Термин «дискурс» пришел к нам из 13 века. Так Фома Аквинский интерпретировал теорию четырех стадий речи Платона и противопоставил дискурс, то есть познание, холизму, интуитивно схватывание целого, что, скорее всего, он имел в виду теорию силлогизма Аристотеля. И эти четыре этапа мышления можно представить как отметки на циферблате часов, и тогда познание – это движение мысли по кругу по часовой стрелке, а художественный опыт или непосредственный опыт, непосредственное ощущение идей – это движение времени в обратную сторону.